Здравствуйте, дорогие друзья и гости канала. Рад вас приветствовать. Солнышко село. И можно попробовать снять, как выглядит озимка. Озиму эту я сеял, друзья, конной польской сеялкой. Ну, это для тех, кто не знает. Там был экспериментальный посев. Ссылочку я в комментарии, ну не в комментарии, там в описании оставлю. На это дело, как я сеял. Кому интересно. Так разворотные полосы выглядят. Три разворота. Надо было 4 делать. 4 разворотных полосы. Тогда разворачиваться удобно. Лучше было бы. Ой, друзья, тут он проехал. И как бы густовато почему-то получилось. Я не знаю. Чего оно так тут густо получилось? Иначе все сеял по кольцам. Может, это последний проход. Надо было, наверное, отключить высевающие катушки. А я прошел в 2 следа. И так получилось. Ну, вообще, вид она имеет неплохой. Из ошибок большая густота. И так пока все. Густо очень я ее посадил. А остальным я всем доволен. Конечно, если бы ее заволочить. Я там 2 бараны привез. У меня 3-я есть. Надо как-то помудрить. Сделать сцепку. И хотя бы 3 бароночками это дело заволочить. Тогда было бы замечательно. Так, а ну я сейчас пройду. С другого ракурса попробуем снять. Рядочки. Хорошо видно, да? Вот немая просевов. Вот один тут только такой заметный. А так вообще все классно получилось, друзья. Схожесть потрясающая. Я даже не надеялся, что оно так подходит, потому что семена были плохие. И я сделал норму великоватую. Поэтому выглядит это очень густо. Посмотрим в процессе роста, как это будет. Будет ли нормально формироваться колос. Конечно, если заволочить, часть бы, конечно, погибла растений, но остальным было бы дышать чем. И был бы результат повеселей. Ой, ладно, друзья, на этой оптимистической ноте закончим обзор. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Ставьте свои оценки в виде пальцев. Оставляйте комментарии, советы. И я буду рад вашим советам и критике даже. Потому что критика, она стимулирует к нормальной работе. А так, друзья, впервые я сеял трактором Т-25, конная сеялка. И такие вот результаты. Даже если вот приблизить, видно, как рядочки идут, да? Ну, можно сказать, ровно. Все, друзья, до свидания. Всем добра и хороших урожаев.